фамилия Слава, а это мой брат Всемир. Я на каникулах и решила устроить чайпитие. Сегодня у меня будет чайная церемония. Сейчас мы будем заваривать чай и делать чайный пакетик. Так, возьмем один пакетик. Теперь я все открою. Это Иван-чай. Так, это у тебя в пакетике что? Цветочек. Цветочек жасмина. Ну-ка, понюхай его. Так, а это что у нас? Что? Тоже цветочек? Да. Гвоздика. Нет, тайская орхидея. Бабочки. Цветок из бабочек это, называется. Это розы. Конечно, самые красивые. А вот это? Ароматные. А это цветок персика, представляешь? На, понюхайте. Пахнет медом. Ну-ка, держи его. Ребята, а сейчас мы будем все тут накладывать. Ты что, не клумитка? А, конечно. Тимир, подержи пакетик. Хотя пусто. Возьмем чуточку. Насыпаем. А сейчас мы добавим сушеные розочки. Две нужно розы взять. Нет. Больше две розочки не брать. Вот столько достаточно. На тебя рвут, наконец-то. Вот. А теперь сушеная клубника. Оп. Убираю ее ко мне. Осталось только вот это и вот это. Сейчас мы добавим вот это. Это что такое? Цветок персика. Можно прям капельку, капельку. Вот только. И вот это. Цветок орхидея. Это синий цветок. Да, кстати, от него будет чай синий. Тоже прям положи буквально цветочек два. Давай. Ну, ладно. Ты же пакетик делаешь себе, правильно? Ну, давайте. Ну, думаю, три достаточно. Вот так. А как это закрыть? Покажи красоту. Сейчас мы его закроем. Я хочу тебе украсить. Ну, а как ты будешь украшать? Вот этими. Вот этими? Вот этими красивыми. Вот у меня тут есть дырочка. Это как бирка такая. Да, бирка. Бирка, я сейчас укажу. Всемир! Не ешь клубнику. Она нам еще пригодится. Да. Только это сушеное. Ну тут еще много клубник. Опа! Та-дам! Ну-ка покажи. Сейчас мы будем заваривать чай только не крутым кипятком. Потёшь. Папа! Подождём, пока заварится. Зелёный чай! Да, немножко даже синего. Вон зеленый все равно. Красиво так, да? Угу. А другого не бывает. Ну-ка, опусти его. Поглубже мы посмотрим. О, какой огромный. Пока чай заваривается, приготовлю-ка я вкусненький блинчик. Сначала я добавлю сгущенки. Кстати, вы когда-нибудь ели блинчики со сгущенкой и орешками? Пишите мне в комментарии. Сгущенка делается из молока коровы, с сахаром его долго-долго варят. Так, мне сейчас мы все тут... Замажем. Это нужно орешки достать. Вкуснее, наверное.
А что за орешек у тебя? Солененький, наверное. Солененький? Да это же кешью. Да, всем орешки. Кешный, кстати, сладенький. Наверное, как он будет? Все. А какой стороной надо тереть? Знаешь, какой? Какой? Другой. Ага. Это корица. Корица делается из коры дерева. Я люблю пряности. Я тоже люблю пряности. Они вкуснее пряности. Это пирожное можно заворачивать. А я, наверное, уже готов у нас. Не то. Опа, блинчик готовый. Соль, соль. Будем резать блин. Сейчас, подожди, корицу посыпешь сейчас. И что вот тут? А чай, Сиян, подождешь? Ну что, чай готов. Пакетик мы уберем. Мы приступаем к чаю. И разварим пакет. Что, продегустируем чай? Что напоминает? Напоминает цветочки. Цветочки. А сейчас мы продегустируем блин. Дим, на перекус. Вкусно с орешками. Сияна тоже тут дегустирует. Вкусно. Приятного чаепития. Пока! Пока.